Да, Леночка надо мной постебалась, короче, надо ей отомстить как-нибудь. О, у меня, короче, идея, ребята, возникла. Супер, вообще классная идея. Она же вечером собралась с подружками встретиться, ей же надо будет собраться. Она же будет 100% волосы укладывать. Вообще зачетная идея, пошел я за феном. Ага, а вот и фен. Сейчас пойдем разберемся. Сейчас замутим. Вот, вот что мне поможет сегодня, да. Ага. Я вот так вот подготовим. Здесь сразу надо размотать. Так. Здесь у нас кукурузка. Мука. Будет, короче, белая Леночка. Белая Леночка будет. Вот что мы сделаем. Так. Еще можно туда добавить. Вовнутрь. Вот, отлично. Короче, все улетно. Вот так вот. И закрыть надо аккуратно. Так. Все, положим на место, как ни в чем не бывало. Так, положим вот сюда, пониже. О, отлично. А сейчас Леночка скоро должна прийти. Толик, привет. Опаздываем мы с девчонками, что ты помнишь, что встречаемся сегодня? Собраться не успеваю. А, ну хорошо, Леночка, давай собирайся, не буду тебя отвлекать. Иди, сходи, отдохни, развейся со своими подружками. Блин, как успеть все сделать? Ну что, осталось волосы уложить. И все. Сейчас, короче, вот-вот-вот, пару секунд осталось, будет все укладку делать. Что с тобой случилось? Ты ж опоздаешь сейчас по времени. Ты ж подружка не договорилась. Толик, на кого я похожа? Это что такое? Я же опаздываю, ты что? Это 100% твои проделки. Ну хорошо, хорошо. Ты запомнил это. Я тебе это не прощу. Ты не обалдел ли, а? Милый, ты что натворил, а? Я точно тебе этого не прощу. Ну, посмотришь. Зря ты связался со мной. Ох, зря. А! Ты чего? Будешь знать, как издеваться надо мной. Так это не я. Откуда? Кто тебе сказал, что это я? И фен будет. И подружки, и друзья, и на пиво ты у меня сходишь, и в баньку ты у меня сходишь, и веничком тебя там похлестают. Посмотрим, как ты с друзьями теперь встречаться будешь у меня. Ребята, если вам понравилось наше видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте про колокольчик. А вы были на канале Crazy Life. А как мне отомстить Толику, напишите в комментариях. Всем пока!